сегодня с каждым днем увеличивается напряжение в самом Крыму. Люди начинают понимать, что Российская Федерация в большей мере использует их в своих целях. И для того, чтобы держать чувство страха, чувство зомбирования, то одним из самых главных оружий это является именно телевидение, средства массовой информации. Поэтому как же Россия откажется от таких процессов? Конечно, они будут дальше зомбировать людей, рассказывать, что все хорошо, что мы без воды, без электричества, без товаров, без иностранных инвестиций. Але інформаційна допомога умовно не полишить, так, Крым? Конечно, это оружие. Информационное зомбирование – это самое страшное оружие. Оно используется в Советском Союзе, оно сегодня используется в России. Я думаю, что рано или поздно, как Советский Союз, так же Россия лопнет, она превратится в общежиженную массу, которой люди потихоньку начнут понимать и думать своими разумами.